Привет, малыш! Сегодня я тебе хочу рассказать одну из историй приключенческих, которые случились с нашими друзьями. Это с Молнией Маквином и его лучшим другом Мэтра. Эта история происходила в один из прекрасных дней. Привет, Маквин! Привет, Мэтр! Как дела? Да нормально все! Что будем сегодня делать, а, Мэтр? Ну, я люблю, ты же знаешь, погонять. Да еще и с ветерком, ты же знаешь, как я гоняю. Ну, ясно, ясно, можешь не рассказывать. Ну, давай, на перегонки, готов? Я? Конечно, готов, я же Молния Маквин. Ну, хорошо. Становимся в ряд. На старт. Внимание. Поехали. Едем, давай. Давай, Мэтр, догоняй. Молния, я не убегу за тобой. Так быстро. Ты молния. Смотри, Молния Маквин. Какой-то лесок. Сейчас, а как ты резко завернул. Смотри, как я могу. Ой! Козырь деревья сбил. Да, ты можешь быть неаккуратным. Так вышло, соты. Смотри, а там какой-то человек сидит. Где? О, точно. У него какой-то приемник. Приемник, деревня. Это рация, и, по-моему, он военный человек. Надо срочно текать. А что он нам сделает? Он один, ты посмотри, какие мы большие. Один не один, а вдруг он по рации вызовет кого-то. Текать? Ну, хорошо. Ну, давай, поехали тогда в другую сторону. Что случилось? Не могу завести мотор. Боже мой, он начал передавать какие-то сообщения. По-моему, что-то говорит про нас. Внимание, база, внимание, на меня напал противник. Слышишь, противник, это мы с тобой. Заводись, молния. Не могу, Мэтр. Цепляй меня к себе и тяни куда можешь. Боже мой, хоть бы успеть. Я знаю, по дороге есть один городок. Ну ничего, держись, молния. Сейчас я прицеплю тебя. Давай, разворачивай. Разворачивай. Давай, цепляю немножечко. Сейчас, молния. Держись. Потихоньку поехали. И друзья наши поехали. Держись, Мэтр. Держусь. Тяни давай. А он продолжает вызывать подкрепление. Тяни, Мэтр. Ничего. Впереди городок. Какой-то городок, смотрю. Сейчас доберемся. Молния Маквин. Держись, друг. И они уехали к какому-то городу. А в это время... В лесочке... Разведчик передавал своему отряду данные. База, на меня напали, они хотят скрыться. Жду вашего появления, жду. Все, конец связи. База, как слышно прием? Я жду десанта. Это база. Мы через 5 минут появимся. Подавай сигнал. База, понял тебя. Посылай ракету. Ракета пошла в воздух. И тут... Ту-дум. Первый приземлился. Разведка, как тут? Сообщаю, разведка сообщает. Они удалились в сторону города. Весь отряд спуститься с самолета. Десантируемся. Вперед!
Вроде все приземлились удачно. Да, ждем посылку. Ага, это ж наш самый главный, самое сильное наше оружие. Итак, десантируется главный. Танк на месте. Взвод, слушай мою команду. Потихоньку направляемся в город. По-моему, эти два хитрых агента получились. Они выследили нас. Наша операция может быть раскрыта. Слушаемся, командир. Идем цепью в сторону города. Итак, наши друзья подъехали к какому-то городу. И кто там сигналит? Друзья мои хорошие, пустите! На нас напали! Мы случайно рассекретили разведчика какой-то группы диверсантской! А что с вами случилось? Молния Маквин заглох! Заглох, Молния Маквин! Пожалуйста, нам нужно укрытие! Открывай шлагбаум! Проезжайте! Боже мой, какое счастье! Спасибо вам! Закрывай шлагбаум! Есть! Подвигайте забор! Нам надо спрятаться! Там большущий отряд намечается! Разгружай молнию! Мы сейчас будем его ремонтировать, а ты спрячься за наш дом! Хорошо, друзья! Спасибо вам огромное! Молния, тебя сейчас будут ремонтировать, а я сейчас замаскирую вход. Вот у них есть такие специальные деревья. Сейчас, Молния, готовься. Вот я тебя сгрузил. Сам поеду. Сказали спрятаться мне полностью. Нет, сейчас развернусь. Вот так, так, так. Стоп. Не могу завестись и все, не могу. Ничего, ничего, Молния. Держи, сейчас ребята тебе все помогут. Эй! Господа ремонтники, выходим на ремонт. Сейчас все сделаем. Подтягиваем сюда машину. Так, еще чуть-чуть, давай. Хорош. А ну посмотрим, что у тебя тут под капотом. В это время дан приказ по гарнизону. Внимание, внимание. Наблюдаю с вышки противника. Приготовиться к отражению атаки. Боевая тревога. Надо срочно спрятать машины и замаскировать их. Еще чуть-чуть, час. Покопаюсь. А ну, Молния, заведись, попробуй. Ура, получилось. Слава богу. Я опять живой. Ты живой! Я живой, да! Все нормально! Давай ко мне поближе, друг! Чтобы они нас замаскировали! Иду! Так, сейчас положим сюда деревья. Надо их замаскировать. Ну, вроде так замаскировали вас. Вас оттуда почти не видно. А группа приближалась противников. Эй, кто тут главный у вас? Сейчас мы вот так вот оставим. Оставим, их вообще видно не будет. Хорошо, друзья, да? Точно не видно. Вот.
Я спросил, кто у вас здесь главный? Кто главный? Ну, я главный. Чего хотел? У меня вопрос один. Тут два разведчика проезжали по вашей дороге через город ваш? Никого здесь не было. Я спрашиваю последний раз. Дело в том, что тут одна дорога, и она ведет точно в ваш город. Не знаю, не было никого, сказали тебе. Ну, смотрите, не хотели по-хорошему, будет вам по-плохому. Отряд, стройся! Мы готовы к наступлению! Командир, командуйте! Последний раз вас спрашиваю, точно нет у вас никого? Да сказал же тебе, сказал, что нет. Ну, пеняйте на себя. База, готовимся к нападению. Надо спасать наших друзей. Внимание всем! Открыть огонь по врагу! Мы почти половину их уничтожили. Перезаряжаем оружие. Танк вперед, вперед, танк! У нас нечем противостоять танку. Что же делать? Ах, елки-палки, ну не могу я смотреть, как мои друзья погибают. Откройте шлагбаум. Я готов сразиться с танком. И мэтр сделал невероятное. Есть! Я победил! Смотрите на этот танк! Боже мой! Наше главное орудие повреждено! Отступаем! Все, кто может, отступаем! Ну вот! А вы говорите, старая ржавая машина! Я еще ого-го! Эй, Молния Маквин, вылезай давай! Расчищаем путь! Расчищаем путь! Давай, давай! Убираем заросли, и тут появляется наш друг! Ну ты мэтр дал! Спасибо всем, друзья! Вы спасли нам жизнь! Да и вы молодцы! На таких друзей можно рассчитывать всегда. Спасибо защитникам города. Надеюсь, мы больше неприятностей не принесем вам. А если что, не дай бог у вас, зовите нас, всегда рады помочь. Да здравствуют друзья! Итак, малыш, закончилась эта увлекательная история. Надеюсь, она тебе понравилась. Всего тебе хорошего, не скучай. Пока-пока. До новых встреч!